Всем привет, друзья! И в этом видео я хотел бы поиграть с такой вот интересной пушкой МК-18 мода Кибер. Опа, зашел я на подземную базу вроде, да? И я зажимаю! Как я зажал пацана-то. Ну, в общем, у пушки очень такая непонятная дачка, разброс, поэтому единственный выход стрелять там по 3-4 патрона. Ну или подзажимать в некоторых моментах. Что тут вообще мало народа. А, тут пацанчик последний на респе что-то тут надумал, да? Я его унес типа хедшотом. В плане оружия, то оно довольно-таки редкое. Редко его встретить можно на паблике. Ну, пацан вырывал у меня фраг. Ага, тут никого. Давайте пробуем зарашить. И что тут? Пока. Ну, ты что, себешься? Ну как так? Ребята, в плане дизайна эта пушка тоже очень интересная. Будто такая, блин, со Звездных войн, какой-то гипербластер, да, по расцветке. Ну, в принципе, еще есть такая пушка, это такой самой расцветки, это кастум Аква Аврора. Опа, там пацанчик, и я его убил. Пацаны, оп, там АФК, да, кто-то там был. Ну, давай, сейчас уберу хотя бы одного. Капец, ну почему такой маленький урон у дигла на длину? А, тут, короче, все почти походу фраги разобрали. И мне, наверное, ничего не останется. Ну, давайте посмотрим. Может, кого-то и заберем. Вот, вот это слышу. Вот видите, очень маленький урон. На самом деле, в это оружие. Давайте с него, я бы не сказал, что очень легко там, как сало там зажимать с бандажа, то есть... В плане этого оружия немножко плохое, да. Ну, неплохое, пускать это его недостаток. Ну, где он? Где последний перец? А, вот он тут. Его заберем. Винни-Пуха. Медвежонка, да? Лол. И что еще могу сказать? Как я вытянул, да. Кто не видел, как я затащил эту пушку, видосик будет в описании. Мне тоже дико повезло, кстати, вытянул я его где-то год назад, как раз тупо перед своим экзаменом. Где-то за полтора часа такой был важный экзамен. Я такой беру, решил капсулы крутить. Такой на похуях. Опа, пацанов много. Сейчас пойду давать им по спине, да? О, здорово. До свидос. Опа. Ой, меня пацан на неждан, короче, взял. Ну да, тут тупо на неждан. Что-то у нас в плане счета 8-2 вроде пойдет. Тут проходит, походу, насколько я понял, ежедневку, да. Победу тут надо что-то. Ну, я ежедневки как-то забил уже. Не прохожу. Оп, что-то у меня так мало FPS, да. Через чаточка. Ой, ну иди сюда. Ой, как залетал, пацан. И еще. Тут уже должны быть. А нет, тут наши. Пошли тут наши ребята. А, насколько я понял, терры пошли на точку А. Я там уже даже их слышу немножко. Он даже уже пацаны начали обходить. Просто обходить. Ну, сколько там у нас? Два игрока. Давайте их сейчас заберем. И зайдем, может, еще тоже на подземную базу куда-то или на другую карту. Попробуем растащить этой пушечкой. Опа, где твой друг? Только-то по одному они, наверное, не ходят. А, он его друг. Неплохо, кстати, пацан так дал, да? 63 ему вынес. Ну, не знаю, нормально пацан дал. В общем, ребят, решил я продолжать на карте подземная база. И завершить тут видос. Не будем менять карту. Что тут, зашел из-за ментов? Тут кто-то был? Нет, никого. Наш уже почти раш. Ну, давайте, заходим. Вы знаете, я не люблю сидеть. Сидеть, ждать. О, свидос. Что должен быть? Не, никого, пацаны. Пошли, наверное, на точку Б. Кстати, ребят, по поводу дальнейших видосов я даю вам шанс, как говорится, возможно, сделать самим выбор, с каким оружием я буду играть. То есть уже буквально где-то пару видосиков, видосы два подряд. Я делаю опрос в своей группе. Тут остался колбаса. Делаю опрос в своей группе. Каким оружием там поиграть, делаю, например, на выбор 5 пушек, ну и люди, соответственно, выбирают.
И вот, ребята, с этим МК-18 мода вы тоже выбрали. Ну, сейчас, кто не знает, заходите, ссылочку на группу кину в описании. Ну, где эта колбаса? Как раз я сейчас голодный, после универа приехал, аж при слове колбаса дико просыпается аппетит. Давайте это закинем. Да, сразу даже еще не хавал, сразу побежал записывать видос. Пацаны сейчас, наверное... Оп, зашло пацану. Что зашло по хедшоту тогда? Тут никого. И сейчас пацанам пойдем давать спину опять. Называется это тактический обход. Мол, там будут говорить, крыса, крыса, почему? Я же не за ящик убиваю, я не сижу вот так где-то. И чувак так ходит, я убиваю спину. Нет. Крыса совершенно другое. Ну, где последняя? О, зашло. Пошло, зашло пацану. Неплохая такая граната, когда мне еще до сих пор нравится, нравится эта граната. Кстати, смотрел я там в какой-то группе, там, не помню. Мол, будут давать за следующий сезон. Вообще там награды какой-то там коллаж. Капсульный, ну не капсульный, вот этот. Плотина вроде. Потом АВМ, касала, получается три награды, я просто прихерил. Потому что если это будет реально, то это очень круто. Наконец-то, как говорится, уже кроссфайр хоть как-то меняется. О, пацан меня дал нормально. Класса. О, пацаны рашат. Ну давай, о, пацаны пытаются что-то там дать. Жалко, что эта пушка не прошивает ящик, то вообще можно было такой тут шары давать. Все бы тут просто легли. Если бы оно через ящик еще бы давало, это просто было жестоко. Ладно, давайте, короче, подождем. Так как я играю за ментов, менты должны обороняться. А МК-18 мода это оружие обороны. Так как у него маленький урон. Ага, на точку Б они зашли. Да, ну окей. Давайте это, может, центр. Пробуем. О, пацан там был. Ну, сейчас на точке Б там. Дружище у нас с Эвером. Сейчас мы его заберем. Ну, конечно, Эвер. В любом случае, получше будет МК-18, но это тоже неплохо. Как говорится, смотря у кого какие руки, кто-то может с Эбром не затащить, а кто-то с намного обычной там пушкой, там с калашом, или там с обычным салом, который они еще не счет, спокойно может давать. По сути, все зависит от человека. Ну, тут тоже не раш, ништячок. Там пацаны пошли... Ну, слил только одного пацана, и то в прыжке. Как-то так, ребята. В общем, ребята, у нас решающий раунд 4 на 4. Что-то у меня появилась идейка. Давайте мы сейчас зайдем на центр. И просто через центр их будем выносить, да? Давайте попробуем. Вдруг получится. Так, пацан пошел у нас в фишку. Окей, все. Ты забираешь там пацанов. А я пойду центром. Попробовать дать их, да? Ну, минус один. Ой, там еще один пацан с калаша, АФКшника убили. Сейчас тут пацаны должны быть. Вот. Я слышал. Прям ванговал, да? Пацаны сейчас. Ну, вы где? Что, давайте вот тут. Колбаса меня убила, короче. Значит, не судьба. Ладно, ну что, тоже неплохо, 13 на 3. Как-то да, растащили пацану. Ну, давайте, может, сейчас наши затащат. Сколько у нас? У нас даже больше, у них осталось два противника, два человека. Ну, давай, давай, забирай. В общем, девятка зарешала. Сейчас наши, короче, еще сольют. Сомневаюсь, что этот чувак что-то тащит. Да, как я и думал. В общем, ребята, так вот поиграли. Ребята, такой небольшой видосик. С таким вот интересным оружием. Сейчас его редко реально увидишь, мало кто с ним бегает. Но я решил записать. Все дела там. Вы сами, как говорится, выбрали его в голосовании в ВК. Ну что же, ребят, давайте будем прощаться. Постараюсь еще на этой недельке записать, если там не будет никаких запар с универом и прочей ерунды. Все, ребят, давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.